Здравствуйте, уважаемые ученики 4, 5, 6 классов. Мы факультативно продолжаем изучать историю Руси. 92-й видеоурок. Тема «Войны 1480-90-х годов», а также «Войны 1500-1503 годов». Здесь, конечно, возможно расширительное оглавление темы, а именно «Войны и дипломатия с 1480 по 1503 годы». Приступим. На Западе внимание Ивана III было постоянно обращено на немцев и литовцев. В конце 1480 года Иван III предпринял попытку нанести удар по Ливонскому ордену. Так как немцы подошли к Изборску, хотя и не смогли его взять, разорив только окрестности. Затем они сожгли город Кобылий, умертвили до 4000 жителей и, наконец, в августе 1480 года осадили Псков. Немецкие войска насчитывали 100 тысяч человек или чуть меньше. Псковичи мужественно защищались. В результате враг был отбит, не разбит, а отбит. Как только войско немцев разошлось по домам, Иван III направил 12-тысячное ополчение на земли ордена. К исходу февраля 1481 года русская рать разделилась на три части. Одна пошла к Мариенбургу, другая к Дерпту, третья к Вальку. Целый месяц русские войска ходили по Ливонским землям, жгли поселения, грабили их. Никто не оказывал сопротивления. Весной полки возвратились в Псков, обремененные добычей. Через два года послы Ивана III заключили в Нарве с немцами мирный договор на 20 лет. А вот с Литвой не было ни войны, ни мира. Иван III предлагал мир, но в то же время ставил вопрос о возврате русских городов. Литовцы же требовали вернуть им Великие Луки и Новгород. То есть даже Новгород они требовали, чтобы он стал литовским. На европейской арене появилось новое государство, которое стало объектом пристального внимания Ивана III. Речь идет о Валахском или Молдавском княжестве. Стефан, воевода и господарь Молдавии, опасался турок, литовцев и крымских татар. Поэтому он искал союза с Москвой. Молдавский господарь предложил выдать свою дочь Елену за Ивана, старшего сына великого князя. В 1482 году боярин Михаил Плещеев отправился за невестой и привез ее в Москву. Праздник крещения Ивана и Елена обвенчались. 1492 год стал переломным во взаимоотношениях Московского княжества с Литвой. Многие жители древней Черниговской земли стали уходить из подчинения литовских князей и переходить под покровительство Москвы. В 1492 году умер великий князь Литовский и одновременно король Польши с 1447 года Казимир IV. На литовский престол взошел его младший сын Александр, а старший Альберт возглавил польское королевство. Иван просил хана Менглигерея и молдавского господаря Стефана начинать войну против Литвы. Русские войска также немедленно выступили в поход и разорили Мценск и Любутск. Александр больше всего желал с Русью мира. В Москву от него торжественно прибыло посольство, которое предлагало мир и одновременно просило руки дочери Ивана, Елены. Александр обещал признать великого князя государем всей Руси с условием, что он не будет требовать Киев. Иван III в 1494 году дал согласие выдать за него свою дочь замуж с условием сохранения ею православной веры. На западе Руси немцы постоянно тревожили население, поэтому Иван III в 1492 году заложил напротив Нарвы город Ивангород.
В течение 1495-1496 годов произошли военные столкновения Москвы и Стокгольма. 3 месяца русские войска осаждали Выборг, но шведов одолеть не удалось. Воеводы удовлетворили опустошение шведских сел на расстоянии 30-40 верст от границ. Иван III с сыном Юрием и внуком, прибыв в Новгород, пытался повлиять на ход войны со Швецией. Состоялся поход на Гамскую землю, то есть на Финляндию. Русские войска разбили 7-тысячное войско шведов. Главные силы шведов, 40 тысяч воинов, ждали неприятеля в поле, однако русские не стали давать сражения, а совершив маневр с добычей и пленниками, благополучно возвратились в Москву. В результате этого похода к московскому княжеству отошли земли на реке Леменга. В отместку шведы с 2000-м войском взяли Ивангород, разорили его и ушли. Война окончилась, когда датский король, друг Ивана III, в 1496 году стал шведским королем. Начались активные переговоры, которые длились до 1501 года. Уточнялись границы, в итоге Швеция пошла на некоторые территориальные уступки. Но Ивана III больше всего беспокоили литовские дела. В 1500 году произошел окончательный разрыв отношений России и Литвы. Елена, дочь Ивана III, сообщила, что в Литве начались гонения на православную церковь. Иван III, нарушив договоренность с Литвой, перемирили. Объявил Александру войну. Мценск и Серпейск сдались добровольно, недолго смог сопротивляться и Брянск. Вскоре были отвоеваны многие русские земли, находившиеся под властью литовцев. Границы Руси отодвинулись от Калуги и Тулы почти до Киева. Другая русская рать вступила в смоленские земли и взяла Дорогобуж. 14 июля 1500 года состоялась кровопролитная битва близ Дорогобужа. Русские победили. Все главные военачальники противника были взяты в плен. Впервые за 150 лет русские одержали столь блистательную победу над литовцами. Иван III только из уважения к зятю возвратил Литве города Щучье, Рудью, Ветлице и Святые Озерица. Укреплялась внешняя политика Руси. Иван III установил дипломатические отношения с Италией, Австрией и другими европейскими странами. Впервые великого князя послы Рима именовали царем, а немцы императором. В 1493 году в Москву прибыли послы Дании, а также державы Тимуридов, Бухара и Хорасан, и Иверского царства, это Грузия. Иван III наблюдал и за Отаманской империей. Как зять палеолога и приверженец греческой церкви, он должен быть врагом Турции, но не хотел себя обманывать. Видел, что еще не пришло время Московской Руси бороться со столь сильным противником. В 1492 году начали устанавливать дипломатические отношения Ивана III с турецким султаном Баязетом II. В 1497 году в Стамбул отправилось первое русское посольство, которое было поручено Михаилу Андреевичу Плещееву. Турецкий султан Баязет написал Ивану III дружеское письмо, хотя был недоволен надменным поведением русского посла. Результатом активной внешней политики Ивана III стало заметное укрепление позиции России, противостояние с Литвой, Польшей и орденом, а также расширение контактов со многими европейскими и азиатскими странами. Задание «Да» на дом. Первый вопрос. Насколько разумная политика Ивана III по отношению к разным ханствам способствовала окончательному избавлению от ордынского протектората? Второй вопрос. С какими государствами правительство Ивана III поддерживало активные военные и дипломатические отношения? Третий вопрос. Какие страны становились союзниками молодого централизованного российского государства? И четвертый вопрос.
охарактеризовать взаимоотношения московского государства со странами Литва, Польша, Швеция, Ливонский орден, Молдавия, Венгрия, Турция. Спасибо за внимание. На следующем занятии в видеоуроке 93 мы с вами изучим тему «Проблемы с престолонаследием». До свидания!